Схема движения транспорта по Южному мосту изменилась. Для проезда машин после ремонта открыта левая сторона путепровода. По одной полосе в каждую сторону. Там отремонтировали все деформационные швы, уложили новый асфальт. Теперь работы начнутся на второй половине моста. Когда откроют все четыре полосы, выяснил Виталий Портнов. Новые фонари горят, асфальт уложен, барьерные ограждения на месте, доделывают в последней секции. Это завершающий этап подготовки к открытию движения по одной полосе на въезд и выезд из Самары, по уже отремонтированной части путепровода «Аврора» и Южного моста. Одну половину Южного моста полностью отремонтировали. Здесь заменили все деформационные швы и уже уложили два слоя асфальта, включая верхний и финишный. В порядок привели и тротуары. Кстати, о безопасности пешеходов позаботились особо. На всем протяжении дороги установили барьерные ограждения. На ремонт этой половины ушло почти 3 месяца. Работы начались в апреле этого года. За это время в порядок привели 52 деформационных шва, а также железобетонные опоры и перекрытия. Теперь то же самое предстоит сделать на другой стороне моста. Людей будет работать практически столько же, сколько работало на первой половине. Единственное, что, конечно, мы попытаемся ускориться, чтобы все-таки ввести эти два объекта в октябре месяце, где-то в районе, наверное, середины октября. Ну, будем надеяться, что погода будет более благосклонна к нам, не так, как на этой половине. Южный мост был построен еще в 1974 году. Капитального ремонта оснований бетонных плит за 43 года ни разу не было. Это первый в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик намерен работать в 2 смены, задействовать 15 единиц техники и более 70 специалистов. После данного ремонта пропускная способность моста и путепровода увеличится в разы. То есть это, во-первых, ну, непосредственно от того, что покрытие само поменялось, плюс устройство новых деформационных швов, на которые только сам завод, который их изготовляет, дает порядка 35 лет гарантию. Общая длина участка реконструкции 1 километр 200 метров. Работы идут строго по графику, при этом контроль качества постоянный на каждом этапе. Все работы должны завершить в октябре этого года. Всего в этом году в Самаре в рамках федеральной программы планируют отремонтировать 46 улиц. Виталий Портнов, Андрей Авдеев, Новости губернии.